Приветствую вас, дамы и господа, всем низкий поклон, с вами Ирвизон. И сегодня вторая часть открытия кейсов. Сайт я выбрал уже из дроп, потому что на кейс фурил ни хрена не падало. И сегодня посмотрим, чем можно начать. Ну, наверное, скорее всего, я начну с какого-нибудь, наверное, со стандартного кейса. Как обычно, с Феникса, наверное, так как я хотел Азимов выбить. Поменьше сделать. Вот такой. И выпадает там капрал, который нахрен не нужен нам. Так, ну и мы его потом отправим на контракт. Дота нам не нужна. Мы сегодня откроем CSGO. А, дальше у нас идет. Что у нас вообще тут выпадает-то? Шлак. А, нет, запрещено. Ну, в принципе, можно запрещенно попробовать. Посмотрим, что у нас тут выпадет. Надеюсь, не шлак. Прям, может, сегодня окупимся. И нам выпадает Эрка. А, Зирка. 200 рублей. Ну, нормально только. Покупаем кейс. Так, оставляем. Ну, пожалуй, еще можно раз один открыть. Как говорится, один раз, не пидорас. Можно второй раз. Так, а это что за херня? Так, ну это я тоже, наверное, в контракт потом оставлю. Хорошо тут сделали контракты. Тут даже, ну, иногда вообще хорошо, хорошие пушки выпадают с контрактов. Ют, наверное, надо попробовать. Скидочка на него какая-то. Команда буквально. О, 100 трек закручено, только сотню стоит. Страшно. В принципе, поехали. Так, и чё снова выпадает? Попадает нам. О, статрек закрученный, но есть. О, вот уже 200 рублей. Слушайте, нормально. Сегодня нам, мягко говоря, везет. Тут, конечно, когда это говорю, мне постоянно начинает нести. Но, в принципе, можно фальшон открыть. По новогодней скидочке все дела. Сейчас вангу опять выпадет какая-то херня. Вот, синька, да? Трек бунт 15 рублей. А, что с ним делать? Да похуй, продадим его. Понятно. Контракта, наверное, нет смысла пихать. 39 рублей у нас на балансе остается. В принципе, ну можно еще раз запрещенное открыть. В принципе, нам здесь хорошо. Везло. А, ролик получится недолгим. А все же. О, статрек темная вода. Сколько он стоит? Вау! Вот это купить. Мы, получается, купились. Ну, считая с теми дропами, мы купились в два раза, наверное. Так, этот я, наверное, себе оставлю. И у нас 40 рублей остается, можно подергать. Случайно армейский 40 рублей. Так, стоп, а чё у нас? Чё есть у нас? Чё у нас? Так. Ай, блин, не то наш. Так, ладно. А, в принципе. В принципе, давайте сейчас контракт сделаем. Из чего, блин? Может, к себе заводить? Ну как, сколько вам вообще? От 289 рублей до 4600 тысяч. Пока если убрать. Какую-то от 110 до 1700. Ну, можно в принципе рискнуть, мы все равно купились, я так думаю. Создать контракт. Пожалуйста, распишитесь. Вы. Моя официальная роспись, даже в паспорте такая стоит. В принципе, с такой подписью меня всегда везет. Я сейчас потом крутится, мутится и выпадает хуетень. Ну как обычно, что? А, ладно, пожалуй, заберу ее себе. А, еще же можно, блин, это открыть. Случайно армейская. Вот здесь какая-то хуйта дорогая выпадет. Закрученная. Вводишь подороженную. Ого, топливный инжектор с кейсом кому-то упал. А, ну, как обычно. Ну, в принципе, можно еще раз крутануть, и на этом можно будет заканчивать. Я так думаю. Ну, хотя, если...
сейчас пушка 3 рубля выпадет, и она, а она выпадет, то можно, в принципе, еще раз открыть. Сколько там? Слушайте, ну так, наверное, можно до бесконечности открывать, если сейчас еще раз выпадет пушкой за 10 рублей. Но она уже не выпадет, эта хуйня стоит, блядь, рублей 43? Вы серьезно, блядь? Подожди-ка, там же за 49 рублей какие-то, да? Блять, 51. Так, что тут еще есть? О. Ферма. Ну-ка, в принципе, можно коллекцию тёрнуть какую-нибудь. Что тут выпадало-то? Какой день, как обычно. О, думаю, не надо. Или всё-таки стоит попробовать. Не, давайте лучше откроем случайные армейские, и может потом еще мы в плюсе окажемся, и можно будет дернуть. Дигл, наверное, или Глок. Так, а это что за хуйня? 4 рубля. В принципе, здесь можно купиться с этого кейса, но не намного же. Так, бонд, он, по-моему, 15 рублей стоит, да? Так, ну еще раз открываем. Блять, потом еще раз приезжаю. Еще раз. Давай какую-нибудь хуйкинь нормально. Сатак Пантера. О, вот это заебись, слушайте, тут мне нравится. В принципе, можно сейчас еще и дигл. Крутонуть Глок или дигл, Глок, дигл. В принципе, Глок у него есть. Дигл крутанем. Ну, а счет 29.91, да, масса? Что там выпадает там? 7 кило. Понял. Директива выпадает. 28 рублей. В принципе, мы продадим ее. 57 рублей. Сука, ну блять, ну, ну как обычно. Ну ладно, может здесь еще раз повезет. Мы сейчас так будем опускаться, еще раз подниматься, потом опять сливать эти все бабки. Вообще пизда будет. Это что за хуйня? 18 рублей, в принципе, мы вообще почти ни в плюс, ни в минус не ушли. Давайте нам какую-нибудь заебатую хуйню. Че это? Блокировка статрек. 10 рублей. Ну вот сейчас потихоньку так в минус и минус идем, если нам еще одна такая пушка нахуй не выпадет. Хорошенькая, блин, за 70 рублей. Я, если честно, в шоке нахуй был. Статрек Спектр. Ну, хуйня, по-моему, стоит. 12 рублей. Еще раз дергаем. Это что у нас упало? Калашак. Ягуар. Ну, в принципе, он, наверное, тоже в плюсе оказался. Насколько я знаю. Драконий дуэт. Тоже хуйня стоит. Давай еще одну за 70 рублей и все. Ну и сейчас мне кажется, что это уже последний кейс. Да, это последний кейс. Че у нас там контракт есть? Вот эта хуйня есть контракт. Че нам можно убить? Какой смысл? А. Так. И так. 3. Так, от 20 до 400. Ну, в принципе, думаю, можно попробовать. Но если хуй не подошел, может пизда подойдет. Я так думаю. Думаю, вы тоже со мной согласны. Так. Крутится контракт, мутится. Ловышка, давай сюда. Статрека мы рукой миллион, мы окупились. В принципе, ну... Я так думаю, можно его продать. И открыть еще раз... В принципе, можно, если с отсюда подняться, потом можно окульку дернуть. Нормально, я думаю, будет. Ай, ролик затянулся. Ну, это же вам лучше. Так, синяя струя. 50 рублей. Ну, она у меня, в принципе, желтая. Хуя. Че, еще раз? Погнали. Так, что тут выпадало? Вот, да. А, это мне выпало. Это что, обгорание? 246 рублей, слушайте. Ну все, теперь можно окульку дергать. Это мне нравится. Или АВП. У меня АВП нет, окулька у меня есть. Лучше давайте АВП дерну. Ну что, африканская сетка. Ну думаю, нам должно повезти сегодня. Не на африканскую сетку, и на пох червей какой-нибудь, блядь. Гадюка. Она сколько стоит? 55 рублей. Она, по-моему, даже...
промоушен, что ли? Закален. Сколько у нас там? 143 рубля. Дигл. Дигла у меня нету. Надо крутануть. Иску, кстати, я тоже свой продал. Вот этот я заберу. Может, погоняю с ним. Или что-нибудь еще из этого дела. Кровавая паутина. Сколько она стоит? 61 рубль. В принципе, кейс окупился. На 2 рубля. Еще раз можно дернуть, пока нам не выпадет что-нибудь реально достойное. Ну, осадок я бы не назвал достойным. 1 рубль нахуй стоит. Да вообще пиздец. Ну, что за хуйня, изи дроп? Только что нормальные вещи давал. Тут ты, блядь, издеваешься? Мне опять придется дергать этот ебаный нахуй армейская. Армейскую хуйню? Вы издеваетесь, блядь. Ну... Вот, сука, не выпадай, блядь. Ролик и так уже затянулся. Не выпадай. А это что за хуйта? Сколько он стоит? 24. Блядь. Давай, давай, давай. Ну чё, давай, хороший что-нибудь выпадай. Лапис Гатор. 4 рубля. Так, ну всё, я думаю, это уже точно последнее. Так, это кому? Из простого кейса желтый жакет. Ну да, то с чем застрелить его? Насколько я помню. Леденец. 9 рублей. Ну, леденец. Не знаю, я заберу себе. Чё-то с ним сделаю. Ха, если... Ну, конечно, это же не так. Так, и в итоге, что у нас? Леденец и... Я этот ебаный юз. Блять, нахуя мне сид дроп это? Блять, где он? Так, ну ладно, похуй, я его себе заберу. Так, и... Блять, слепошара не вижу. Где он? Я не понял. А он где? А, вот. У вас есть непринятая... А, конечно. Сейчас все принял. Хуба, какой? Так, а я точно трейд ссылку указал? Да. А, все получить. Получаем. Ёб твою мать. Да вы серьезно, что ли? Так. Какого хуя у меня вышел бы из-за хуйни? Охуи! Вообще нихуи! Так, ну вот, все, я принимаю обмен. Почему нельзя сразу несколько отправить? Ну, понятно. По-братски мой. Так, смотрите. А у бота что есть? Так, это все. И отправляем эту хуйню. В смысле? Я ж получил. А, все. Так, теперь можно этот забрать. Отправляют нам его. И... Ну, в принципе, да, мы сегодня окупились. 2 раза. Ну, 1.5. Думаю, этого, наверное, достаточно. И СПТЛ стоит. В смысле? Фибарус? Давай, принимай. Я доверяю, да. Как это хуйня, доверяю. 700 рублей. Так, ну вот, все, обмен принят. В принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вся хуйня, блин. Лайки особенно ставьте. Просмотр, да. Просматривайте до видео. С вами был Оризон. До новых встреч.